это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. О, Милана, ты все-таки подрубила. Здорово. Чё ты тут, милочка? Все, больше не буду. Пол кусочка яблока хватит. Милан, давай кушать что-то. Здоровье, как говорится. Да. Она красивая, можно ее выбрать? Не надо, не надо, не надо. Она занята уже кем-то. Эх, как жаль. Сена, ну а чё, бывает чё. Чья-то вот мать, это же чья-то мать, Романа. Это же чья-то мать, это же чья-то мать. Тоже еще мужчин. Еще мужчинам для регулярных встреч. Вот, пожалуйста, видишь, что мне надо. Кто хочет, пишите в личку. Беру недорого. 50 тысяч рублей. Сколько? Нет, зайка, иди на. Оцени концепцию https://pp.usirat. Ой, что-то яблоком чуть не подавилось. Да ладно. Не ладно, ты не стесняйся, кушай давай. Бесплатно ничего не бывает. Да, да. Она нежная. А ты что, ее трогать собрался или что? А как иначе, когда едешь? Ты хочешь ее? Я хочу. Но если ты не вывезешь, значит ты слабый мужчина. Мне такие не нужны. Мне нужен сильный. Пена, тебе не подойдешь. Ты женщина. Чего? Нет. Мне будут платить. Эх ты, Миланочка. Пожилая бутылка, бубылка. Не, я побрила сегодня лохматку. Она теперь не лохматка. Она теперь... Сфинкс. О-о-о. Чудовище у тебя между ног. Маленькое, лохматое. А-а-а. Я только пол яблока съела. Что там по самолету? Ой, правда, пол яблока. Под контролем ситуации. Больше не буду. Побольно. Я такая ля-ля-ля. Такая я красотка. Да-да. Скоро похудею. И буду вообще красивая. О, такая. Секс-бомба. Не надо, зайка, тебе к лицу лишний вес. Тебя он красит. Это изюминка твоя, особенность. Фена, блядь, чё ты мелит? Фу, блядь. Чем ты мне поможешь? Я с князем не изменяю. Я только любовника ищу. А он так. У него просто писюн маленький. Oh. Я с ним живу, только... Как сказать? Ну, ему просто идти некуда. А так, у него писюн маленький, поэтому я ищу себе любовника. Oh. Нормально. Дед, я так понял. Пинцерис любят мясистые письки. Да. Чек. Да. А не слышу. Не буду я яблоко. Да. Там мне похуй, я пожилая вихрень. Что за шаурму? Я сейчас кушаю годика. У меня 22 сантиметра в лежачке. Хочешь гранатику? Да, я что-то тебе большой слишком хуй. Если в лежачке. Кто говорит, что у него там 22 сантиметра, у меня 27 сантиметра. Кстати, она лицом на конвульсию похожа. На самом деле там минус 3, девочки. Это всегда так. Кто хвастается, сколько у него сантиметров. Тебе показать? Мне не надо, я видел. Там минус 3. Да, у меня сочный пирожочек. О-о-о. Ну, по-любому у него не 27. Я сейчас гранату кучаю. А мне? Блин, я если увезти тебя хотела, а тут такой кошмар. Увы. А я тебя уведу сразу. Да, смачный пельмень. Ладно, я выключаю. Не надо. Я выключаю. Не выключишь. И нахуй. Настя, кушай 4 раза в день и пей воды. С твоим весом надо пить 3 литра. Сколько? Я себе как конь пить, что ли? Никак. 3 литра воды, это же много. Ту-ту. Как мест нет в моих хайрлейнах. Нет, за, МБ, ты, за, ты, найдешь, за тысяча. И когда в новый выпуск посмотришь? За 2 тогда.
за 2000 посадочное место. Сами пейте, мне хватает 2 литра воды. Колбасу люблю. Дед Спай, Доля Воровская, передай привет. Доля Воровская! Доля Воровская! Могила.